Краткий обзор работы видовых окон в Animation Master. На примере одной из моделей, как видите, она загрузила список Objects и на данный момент отображается в виде сетчатого каркаса. Можно выставить поверхность, поверхности сетчатый каркас, а также задавать проекции видовых окон. Сейчас активно спереди, сзади, слева, справа, а также сверху, снизу и пользовательский тип трехмерный, где смена ракурса обзора меняется с помощью кнопки вращения. Задавать значения можно и вручную в диалоге «Настроек видового окна». Диалог открывается щелчком на панели статуса. Данная проекция является ортогональной, смена на перспективную в соответствующем режиме. Как видите, через контекстное меню можно менять также и проекции видовых окон, а также и вид визуализации, то есть та же сетчатый каркас, поверхность, сетчатый каркас и поверхность. Перемещать в видовом окне с помощью кнопки перемещения, менять масштаб и подгонять. Клавиатурная комбинация Shift Z. Подгонять модель под область видового окна, модель целиком. Для подгонки выделения используйте комбинацию Ctrl-Shift-Z.